Отлично. Мяч от руки Шишкаускаса ушел, по-моему. Так что будет... Нет. А Гитявичу самого и выронил ваут. Потеря. Не ловит Саша Каун такие передачи. А пол отдал низковато для Кауна. Посмотрите еще раз. Ну и Дорси хорошо рукой. От ноги Кауна мяч ушел. А вообще пик-н-ролл, если бы передача прошла, если бы сумел забросить за спину Дорси мяч Шишкаускас, Саша, конечно, бы забил сверху. Он очень быстро взлетает, руки длинные, прыжок хороший. Сверху двумя руками он забивает, это его самый надежный бросок. Дорси. Саша, помочь. Против Антича Шишкаускас. Перевод на Пеликанаса. И опять Пеликанас Дорси два раза. Мяч не коснулся кольца, он ударился в верхний край щита. Поэтому сирена прозвучала, и судьи поддержали ее свистком. Нарушено правило 24 секунд. Отмечу, как Каун защищался против Дорси. Терпеливо. Прямо им Каун мешает. Саш, помоги. Теодосич. Не видел кольца. Каун делал движение, уперся в лицевую линию. Ему еще не только Антич, но и щит помешал. Третий блокшот Кириленко.